Каспийской библиотеке имени Фазу Алиевой прошло заседание клуба молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова, который был создан с целью воспитания патриотизма и гармонизации межнациональных отношений. Тема данной встречи – это День народного единства России и День Каспийской флотилии. В ходе мероприятия представители Каспийской флотилии поделились историей становления данного праздника. В 1722 году, 15 ноября, Петром I был издан указ о постройке в Астрахани военного порта. Она играла важную роль в освоении Каспийского моря и его прибрежных территорий, а также защите российских интересов на этом стратегически значимом направлении. Это одно из самых старых и важных военно-морских формирований России, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности и защиты интересов страны на Каспийском море. Почетными гостями мероприятия стали заместитель командующего Каспийской флотилии капитан первого ранга Сергей Ракаускас, старший лейтенант Каспийской флотилии Максим Сливченко, настоятель Казанской Божьей Матери иеромонах Иоанн, руководитель отдела просвещения, заместитель имама города Каспийска Насыр Сулейманов и многие другие. Отметим, что украсили мероприятие воспитанники образовательных учреждений города Каспийска номер 9, номер 3 и номер 12.